Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Как-то было такое видео, значит, я делал хреновуху. Это летом было, накопал хрена и настаивал ее там где-то недели две, наверное. А сейчас зима у нас на дворе. Не скажу, что я сходил вот тут под снегом накопал хрена, нет. Я его накопал осенью и заморозил в морозилке, вот хрен. Ядреный такой. Когда я его чистил, даже глаза слезились. Не хуже, чем от лука. Вот. Такой нормально. Вот когда его замораживаешь, он все свои свойства сохраняет. И вообще, вот кто вот будет делать хреновуху, хреновуха — это замечательный вообще напиток, замечательная настойка. Ну вот настаивать ее 2 недели, некоторые месяц настаивают. Я даже видел такое видео, где хреновуху настаивали год даже. Просто человек настаивал год, и вот отзывы такие вот в своем видео говорил, что она даже якобы стала похожа на коньяк, что-то там облагородилось, как-то какие-то там ноты появились, и еще там что-то вот такое вот экстраординарное, можно сказать. Ну, рецепт, значит, хреновухи. Вот, вот это быстрая хреновуха. Это самогон, вот здесь где-то 0,6, 600 грамм самогона, 40-градусного, уже разведенного, двойной перегонки, хороший самогон, значит. Хрен я подготовил, уже нарезал его вот такими вот фракциями. Сейчас я его туда отправлю. Как его вот отправлять? По-простому, по-рабочему, крестьянски. Никаких воронок, ничего нет. Вот так как-то. Вот так как-то его отправим. Сколько тут в граммах, я не считал, не знаю. Но это ничего. Рецепт такой примерный. И еще такой компонент нужен. Некоторые добавляют туда меда. Мед у меня есть. У меня есть много меда. Но я добавлю туда лучше вот 3 кусочка сахара. Вот. Это буквально тут сколько? Ну, наверное, грамм. Грамм 12, наверное, сахара этого. Для умягчения, так сказать, вот, вкуса. Вот, 3 кусочка сахара добавил. Теперь, значит, это надо все вот так вот размешать. Шейк такой сделать, потрясти. Вот, потрясем. Чтобы и сахар разошелся, сахар уже практически разошелся. Это такая быстрая хреновуха. Хреновуха за 5 минут. В чем ее плюс? Вот самый главный, наверное, плюс, вот когда вы наставите хреновуху, там месяц кто-то, там это 2 месяца. И вот вся вот эта ядреность, она оказывает очень сильное, потом, когда вы пробуете хреновуху, воздействие на желудок. У кого там какие-нибудь гастриты, какая-нибудь там язва, сразу пагубное такое воздействие на желудок. А здесь получается хреновуха такая лайт-версии. Такой запах хрена присутствует, но желудку особо не вредит. Вообще в самых малых дозах вред присутствует. Ну что, все размешалось, все нормально. Вот, в принципе, можно уже пробовать. Да, хреновуха готова. Можно, конечно, еще настоять там минут 10, подождать так полчасика, час. Ну, я сейчас вот продегустирую. На вкус. Присутствует, да. Хреновый запах. Не хреновый, а хреновый. Пьется вообще так легко. О, такое послевкусие хрена. Вообще замечательная вещь. Шикарная. Вот такой вот рецепт. Быстрый, простой. С вами был Вольфрам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. И дальше будет интереснее.